Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Волговятского банка Сбербанка России Сергеем Мальцевым. В беседе также участвовал управляющий Чувашского отделения Сбербанка России Вячеслав Александров. Михаил Игнатьев подчеркнул, что сохраняется высокая конкуренция в финансовой сфере, растут банковские депозиты и количество привлеченных средств от физических лиц. А это свидетельствует о доверии жителей республики к Сбербанку. Было также отмечено, что финансовое учреждение создало хорошие условия для привлечения клиентов, в том числе и на селе. За долгие годы, в один год, в 2013 году, запускаем два таких крупнейших производства, как производство материалов красноармейский и молочный завод на 200 тонн переработки молока в сутки, это в Ядлинском районе. Председатель Волговятского банка Сбербанка России Сергей Мальцев сообщил, что на сегодня большое внимание уделяется развитию филиалов. Кроме того, планируют открыть кафедру Сбербанка в ЧГУ. Кредитное учреждение заинтересовано в том, чтобы молодые люди работали в республике, а не уезжали в другие регионы. Сергей Мальцев отметил также, что Чувашское отделение Сбербанка России ежегодно становится одним из самых крупных налогоплательщиков в республике.